Экстренные вести. Здравствуйте. Певец Торигали Ториали получил дополнительные несколько суток ареста. Об этом сообщили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. По данным суда, артиста привлекли к ответственности по части 1 статьи 613 КАП об невыполнении требований сотрудника полиции. Дело поступило в суде 16 июня, его рассмотрели сегодня, 21 июня. Отмечается, что протокол об административном правонарушении и иные материалы дела оформлены правильно. Обстоятельств, позволяющих не привлекать лицо к ответственности, не выявлено. Ходатайств и отводов также не поступило. Дело рассмотрено посредством видеоконференц-связи. Языком судопроизводства определен русский. Изучив материалы дела, суд установил, что 14 июня Алиханов, фамилия Торигали Ториали, управлял автомобилем марки Lexus LX 570 с государственными регистрационными номерными знаками 111 Али 11 в состоянии наркотического опьянения, двигаясь по улице Майлина в северном направлении напротив дома 216. Он не выполнил законные требования об остановке транспортного средства патрульной автомашины, говорится в сообщении суда. В итоге Торигали Ториали признан виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на трое суток. Стоит отметить, что по данной статье КАП предусмотрено штраф 40 МРП свыше 120 тысяч тенге, либо административный арест до трех суток. Итого он должен провести под арестом 23 суток. Ранее стало известно, что в отношении Торигали Ториали зарегистрировано уголовное дело по статье 378 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Правонарушение произошло, когда 14 июня певца остановили за нарушение правил дорожного движения. За вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Кроме того, в отношении него составлено 6 административных протоколов. Ториали юрист Йосимбал Мамырканов выразил мнение, что исполнитель получит наказание за каждое нарушение, которое совершил во время побега от полиции. Однако адвокаты Торигали Ториали заявляют, что певец был трезв. На этом у нас все. Подпишись на наши новости и будь в курсе всех событий в мире.